Ну вот, друзья, наш пляж. Пойдемте подойдем к воде. Покажем вам чудо-воду. Народу много. И это, ребята, обеденное время. Сейчас 3 часа дня. Что за пляж? Даже еще 3 нету. Это пляж Бригантина, поселок Витязева. Рядом с Анапой. Анапа, значит. Итак, дорогие друзья, передаем привет Юрию Озерскому. Он с Анапы, он рядышком. Я знаю, он с нами. Юрий, напиши что-нибудь нам. Помаши ручкой. Счастья тебе и больше хороших кадров. И хайпа. Пойдем. Мы пойдем над водой. Нас, наверное, плохо будет слышно, потому что ветер, волны, можно кататься сегодня. Это здорово. Катамараны можно взять. Вот такие чудо-катамараны. Они красивые. Катамаран стоит 600 рублей. И это здорово. Банан 400, таблетка 500, по-моему. По-моему, или 500, или 400, ребята, не будем брать, не помню. А вот он пирс чудесный, о котором я вам говорила. А нет, он не закрыт, смотри, люди ходят. Может, они на посадку. А, они, скорее всего, на посадку. И можно, а нам нельзя. Так что не покажем вам. Море чудесное. А вот смотрите, сколько людей. На этом пляже. Да, да, вот она сцена. Путешествие к дельфинам. Да, да, сейчас я покажу. Этот весь чудо-пляж. Ленчик идет. Много красивых девочек, приезжайте на море. И парни здесь красивые, все красивые на море, потому что это море. Потому что это Анапа. Анапа рулит. Да, главное море. А пляж вот такой. Кто с палаткой, чтобы солнце сильно не светило. Вот здесь такая головинка есть, очень квадратная. Голова к концу дня, походу, может быть. Но все-таки здорово, что она говорит, что спасатели работают. Саша, можно я буду показывать? Аллилуйя. У меня есть такой комментатор, который все хочет показать, все 360 градусов нашего обзора с вами. А вот, да, это спина. Спина, сейчас спину увидим. О, ламор. Двойной. А, и мотоцикл. Вот
Это не банан, даже кит какой-то. По-любому. Это у нас катамаранище, бочанка он называется. Даже с этим, с мотором, видите? Потому что это мега катамаран. Потому что бежанки здесь больше людей как-то. Да, здесь они натыканы вообще. А может там так же? Где мы там? Там вышли. Ну да, да, откуда мы идем, там так. Здесь, кажется, меньше пляж. Да, ну скучно здесь. Пляж хуже, конечно, значит. Меньше, меньше, меньше. У нас как-то более. Да, и он меньше. Здесь как-то вот меньше. Да, он меньше. А пойдем по воде? Да я так уж, давай. А, ну давайте разнесся. Сейчас сделаю еще. Горят. Ага. А как на пирс пройти? Пойдем, пойдем. Вот обычный катамаран, на нем устроили посиделки уже. Ну пойдем, я не хочу завести. А мы сейчас узнаем. Берег закрыт. Закрыт, да, написано? Нет, я не вижу. Пойдем, подойдем. Пойдем. А, дети, дети. Засада такая. Пьяным не пройдешь, в общем, не пейте. Решочина. Ага, сейчас мы с вами. Ну, что-то не могу нарядно. А вот здесь контроль, объект транспортной инфраструктуры, да, режим причал работы, есть. Да, причал. Мы думаем, что нам нельзя. Туда. Это, наверное, правда, кто на теплоходе. Да, да. Я так думаю, по крайней мере. Давай уточним. А мы сейчас уточним. Вход 200 рублей. Вход 200 рублей на причал, но мы не пойдем. Плати. Ребята оборудовали, поддерживают его и для этого снимают денежную какую-то плату берут. Возможно. Возможно. Как бы был бы брошенный, все бы тут испоганилось. Гнилой бы, его бы не было. Возможно. Или нет, ну нет. Он бы был, да. Его не может не быть. Сколько? 9.41. Ну, вообще, как раз. Да. Просто выключаться, подписываться. Ветер, ветер. Вон а вон наша любимая Анапа.
Народу много, да? Ой, да нам теплоход. Где? Какой? Ну, вон, слышишь, или что это? А, это колонка. Ребята, мы видели ребят с колонкой такой мощной. Она так орала, походу, это она. То есть уже в июне вот такая загруженность. Давай мы попрощаемся. Так, давай попрощаемся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока. Еще покажем вам Анапу. Подписывайся.